Ну-ка. Ну, вот так, вот, чтобы все видели. Лухаревилаш. Да, Лухаревилаш. Лухаревилаш, вот это вот можно выдержать? Просто, боже, какой у тебя цвет. Ты меня комплексуешь. Я работал полтора месяца над этим цветом. Боже, как вот, мне вот интересно. Да. Я знаю просто, как ты любишь лето. Очень. Зайди в кадр, пожалуйста. Вот так вот. Да. Я знаю, как ты любишь лето, я знаю, как ты любишь солнце, как ты любишь мини-шорты. Я такой длины, как у тебя, вообще не видела в своей жизни. Ну, просто никто не может так сильно оголить ноги. В моем возрасте. Я бы вообще ходила бы голенькая, если бы у меня были бы такие ноги, как у тебя. Вот как тебе удается, Никуленька, вот этот, мне очень сложно удается переход из лета в осень. Что, какие лайфхаки у тебя есть, чтобы ты сказал нашей публике, вот этот вот как бы какого-то невероятного детского веселья, великов, солнца, полуголый бег, трампапа, друзья, шашлыки, алкоголь, смех. Вот обязанность. Перейти. Ты понимаешь, катастрофа, и ты меня знаешь, что 30 лет встать утром, идти на класс, это накладывает страшный отпечаток на твою жизнь. На характер. Да, на характер. И если у меня есть обязанность, а я вот сказал себе, что полтора месяца я не буду работать. Так. Я полтора месяца даже к телефону сложно подходил, я отвечал односложно. Нет, да, отстаньте. А вот настроенческие обязанности, это понятно, у нас у всех есть свои обязанности, я не зову. Знаешь как, вот ты взяла и прыгнула в воду, все. Прыгнула в воду, хорошо. А вот в смысле, вот ты же знаешь, что мы с тобой большие мастера изнурительной прозе придать поэтический окрас, как-то возвысится музыка. Ламара сказала, да, мне лучше всего. Да. Она мне сказала: Ника, у доктора операция, и его настроение никого не волнует. Согласна, да. С Ламарой. Если обычно ты не научишься свое дело делать вот так, значит, ты никто. Скажи мне, пожалуйста, а что ты слушаешь осенью? Какую музыку? Ты знаешь, ну вообще, конечно, Шопен и вот Бетховен меня примиряют совсем, с любым временем года. Главное не смотреть в окно. Когда я смотрю в окно и понимаю, что кто-то сейчас лежит на пляже, мне становится нехорошо. Согласна. Скажи мне, пожалуйста, а вот у меня есть такая история, что я осенью очень, ну, я ее люблю слушать всегда, но Элла... Элла. Сейчас, если мы берем такое, как бы... Я, кстати, вот с утра слушал Эллу. Скажи, сегодня, Элла, да. Это такие виртуальные... Билли Холидей, Элла. Капроновые колготки, да, это такие, да, прям, да, шпилечки, да, все время. Элла реанимирует. И Армстронг тоже. Они дают настроение тому, что ты должен немножко, знаешь, вот размеренно так вот, размеренно. Сейчас не надо. Но в тонусе. Размеренно, но в тонусе. Но в профессионализме. Конечно. Элла – это суперпрофессионализм. Это ты сейчас уже редкие словосочетания, редкие соединения. Знаешь, когда, вот я когда слушаю людей уровня Эллы, я понимаю, за этим стоит феноменальная база. Конечно. И я хочу, за этой легкостью. Я понимаю, что если я сейчас не соберусь, у меня базы не будет, и я не буду, я не имею права тогда слушать ни Эллу, ни Марию, никого. Скажи мне, а что ты ешь осенью? Ой, я жду. Он же абсолютно равнодушен, как бы, ко всему, что не кладется рядом с мясом. Мясо и. То есть он ест так. Мясо и, ну, хачапури не имеет. Я практически не ел мясо все лето. Я ел хачапури. Это грузинская специфика. Я ел хачапури сейчас. Же там, где хачапури, все убирается. Да, это я тоже знаю. Хачапури. Потому как бы по мясу я пока не соскучился. Но хочется как какого-то... Как ты с тыквой? Дружишь с тыквой? Нет. Нет, да? Постного супчика хочется сейчас. Постного супчика. А-ля минестроне или что-нибудь понавороченнее? Нет, просто, вот знаешь, вот такое, чтобы начать уже худеть. Я когда начинал, почему-то, когда я болел в детстве, мне все время такой супчик с вермишелькой делали, с курочкой и с вермишелькой. Так типа, что вот... Скажи, пожалуйста, а какое значение в твоей жизни, я понимаю, что ты сверхнеординарный человек, но какое значение в твоей жизни имеют неординарные люди? Пупи, мы бы были вместе. Ты их бережешь или швыряешься налево и направо? Говори. Нет, я их отыскиваю и держу вот так. Ты можешь меня извинить, если я не права? Сразу говори. А ты можешь быть не права?